Так, ведьма, проходи, попалась, которая кусалась. Ну и рассказывай, куда реколит пропал? А, я вам ничего не скажу. Так, сиди здесь. И быстро, чтобы сказала, куда пропал реколит. Иначе тебе херобрин голову оторвет. И нам голову оторвет. А, блин, тупая ведьма. Так, пошли, пошли, ты знаешь, слишком много всего попался, который кусался. Давай, блин, щевели булками, идешь, блин, ползешь 3 часа. Так, заходи давай скорее сюда. Так, заходи, проходи, проходи, так, все, постой, постой, вот там вот, постой. Так, хозяин, я выполнил ваше задание, которое вы мне приказали. Силы тебе большие. Ну, больше на твою помощь, не нуждаемся. Так, ты знаешь, слишком много. Поэтому сейчас ты пройдешь с нами. Так, скорее, скорее, пошли, так. Ну чё там сидишь? Ну давай, вставай, пошли скорее. Да-да, иду, иду. Так, давай-давай, проходи сюда. Проходи, проходи, быстрее, 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 давай. Я сейчас тебе камеру как раз открою, давай. Заходи. Так, стоп, я не понял. Житель, это что такое? Как вы могли просрать реколита? Где реколит? Что вы сейчас нашли, то нам босс голову оторвёт. Так, ладно, пошёл я. Блин, да куда это я попал, блин? Куда это меня запхали? Ох, какая-то тюрьма. О, так, а ты еще кто такая? А, это у тебя хочу спросить, ты еще кто такой? Я попал сюда, меня сюда запхали какие-то странные жители. А, ну понятно, понятно. Слушай, а хочешь, я тебе анекдот расскажу? Какой анекдот? Зачем? К чему это сейчас? Ну слушай, слушай. Ну а сейчас смотри, хочешь анекдот, да? Хочешь, хочешь? Ну смотри. Купил мужик шляпу, а она ему как раз. Смешно, смешно. Блин, ведьма, сейчас не до шуток, надо как-то текать отсюда. Есть какой-нибудь план? А, вообще есть, у меня была волшебная палочка, я могла нас сюда телепортировать, но эти гады у меня ее забрали. Поэтому, слушай, у меня есть другой план. Смотри, сейчас ты притворяешься, типа тебе надо сходить в туалет, зовешь одного, мы его вырубаем и просто валим отсюда. Хороший план. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Ну не знаю, не знаю. Ну давай попробуем. Попытка не пытка, как говорится. Ну давай, иди, попробуй. Эй, эй, вы, жители там, дурацкие, вот эти вот. Мне в туалет надо, выпустите меня, пожалуйста, отсюда. Эй, кто-нибудь слышит меня? Что ты от меня хотел? Откуда ты здесь так внезапно появился? Выпусти меня отсюда, вам мне в туалет надо. Так, ну ты же один ходил в туалет, а потом бежал. Ну пожалуйста, мне очень сильно надо, аж не буду я прям здесь ходить. Ах, ладно, давай, только без всяких глупостей. О, спасибо. Так, на тебе. Так ладно, хватит тебя. Так, да действительно, пошли уже потихонечку. Так, надо как-то найти отсюда выход. Так, стой, подожди, я вижу какой-то сундук. Как думаешь, какой здесь пароль? Я не знаю, попробуй 1-1-1. Так, давай попробуем, так. Не работает. Какой еще можно вариант? Может 1-2-3? Так, 1-2-3. Офигеть, сработало. Прикинь, что тут лежит. Здесь целая куча оружия. Давай быстрее забираем его себе. Так. Все, я себе забрал, ты тоже себе бери. А, мне не надо. У меня есть зелья. Ну ладно. Пошли тогда дальше. Офигеть, сколько здесь их много. Так, Надя, получайте, тупые жители. Надя, получайте. Офигеть, как их много. Офигеть, как их много тут. Офигеть. Капец, ребята, капец. Получайте, дурацкие жители, нате, вот так вот вам с огнемета, вот так вот, горите нафиг отсюда. Идите в попу, отстаньте от меня. Фух, так, спрятаться. Фух, так, надо немножко себе зареспавнить здоровье. Тут слишком их там, ребят, слишком уж там их много, офигеть. Вот это да, я не знаю, как мы их побеждать будем. Так, ладно, немножко восстановились. Здоровье, вот так вот, на, получайте, дурак. Вот так вот, получайте, дебилы. Получайте, тупые жители, отстаньте от меня, идите, блин, нафиг, идите нафиг. Тупой житель, получай. Так,
Еще совсем немножко осталось, еще чуть-чуть. Так, вот еще один. Ой, блин, у меня патроны закончились. Так, еще парочку. На, вот так вот тебе тоже получай. Так, сейчас всех, видимо, замочим. Так, аккуратно. Совсем чуть-чуть осталось. На, вот так у тебя получай. Во, еще один тут бежит. Фух, так, совсем чуть-чуть осталось, Так, тут горит. Тут аккуратненько так вот пробираемся. Тут еще... Блин, офигеть, их тут все-таки много, блин, офигеть. Так. Фух, так, все, видимо, мы их всех завалили. Это просто капец какой-то, блин. С этими жителями какими-то, офигеть, блин. О, да, это вообще ужас какой-то. Так, ладно, пошли скорее отсюда. Вот так, где-то здесь должен быть выход. Там здесь ничего нету, так, может, за этими большими дверями. О, да, наконец-то, так. Там где? Пошли скорее наверх, так. Ох, так, вот мы отсюда и выбрались. Так, ну нафиг, это был вообще капец какой бой сложный. Так, пошли отсюда. Куда-то тут тропинка ведет, я не знаю, куда идти нам. Но нам надо как-то отсюда выбираться, найти же на деревню жителей. Какие-то волки ходят, так, ладно, их не трогаем. Так, ладно, просто пошли куда-нибудь. Может быть, здесь где-то есть выход отсюда. Эх, житель, зачем же ты мухоморы ел? Ты разве не знаешь, что они опасны для здоровья? Ты чё раздался здесь? Вставай скорее, наркоман вонючий, грибов объелся. Мэр, вы мне сами сказали грибов поесть. Ничего тебе не говорил. Давайте быстрее, пошлите, надо Тариколита ещё найти. Бездельники вонючие. Я понимаю, я тоже устал. Пошлите скорее уже. Слушай, мы с тобой сколько идем, так до сих пор не познакомились. Ты бы хоть представился. Слушай, ведьма, меня зовут Фоксик. Я брат Риколита, я его, короче, ищу. Так ты тоже ищешь этого Риколита. Его уже все ищут, его никто не может найти. Так, слушай, куда нам вообще дальше идти? Тут дорога, походу, закончилась. Что, серьезно, куда нам идти дальше? Я не понимаю. Так. Уже мы шли, понимаешь? И шли по дороге, она закончилась. Так, подожди, опа. Я какой-то мостик вижу. О, мостик. Это значит, где-то здесь рядом может быть деревня. Может быть, а может и нет. Вообще мостик какой-то странный, аккуратно по нему иди. Как весело, можно прыгать по мостику. Так, аккуратно. Он развалится, и это будет капец. Блин, интересно, как далеко отсюда деревня жителя номер 13, потому что я... Не знаю, так, стоп. Может и не деревня жителей номер 13, но какую-то деревню, кажется, мы нашли. Какая-то тропинка. Какие-то домики, огороды. Пошли скорее сюда, в эту деревню. Может быть, здесь какие-то жители как раз... Они нам помогут чем-нибудь. У них как раз посидим, отдохнем. А потом продолжим путь деревню жителей номер 13. Офигеть, у них здесь, конечно, дорожки. Не очень эти. Так, аккуратно, видимо, так пошли. О, житель. Житель, привет. Слушай, можно в вашей деревне остановиться, отдохнуть? О, привет, странники. А тут уже один отдыхает у нас. Ха-ха-ха-ха-ха, в кузнице. Конечно, можно, можете отдохнуть, попить чайку там. Вон, свеженько картошечки принесем, сварите как раз супчика себе там. Да, отдохнете и... Да, и завтра вы продолжите путь. Конечно, Фоксик, конечно, можешь отдохнуть. Откуда ты знаешь мое имя? Я просто новый канал подписан, смотрел. Понятно. Очень это круто видеть своих подписчиков даже в таких местах. Проходите в кузницу, там уже один из ваших сидит, там просто проходил уже один какой-то странник сегодня. Вот, можете как раз к нему так подойти, отдохнуть там, это как раз втроем там расположитесь. Слушай, мне что-то это не нравится. Я не знаю, мне тоже что-то не нравится. Ладно, жители, спасибо, где тут у вас кузница. Так, все, спасибо. Так, ладно, пошлите в кузницу, действительно отдохнем, ребятки, как раз из дверей нету. Странно. И здесь тоже двери нет. Какая-то странная деревня, действительно. Ребят, вам не кажется, что деревня какая-то действительно странная? В ней нет дверей, нет окон. Точнее, нет, окна есть, но какой-то житель странный, непонятно, говорит, какие-то имя мое знает. Ну, прикольно, значит, мой подписчик. Так, ладно, видимо, поднимайся скорее. Вот, в общем-то, и кузница. О, в кузнице, кстати, двери есть. Так, заходи как раз сейчас. Пойдем, отдохнем с тобой. И завтра с новыми силами пойдем как раз в путь. Деревню жителей придем, и будет круто. Да, пройдем, конечно, пройдем. Так, ладно, так, заходим. Так, ладно, видимо, заходи, давай, скорее. Ой, какие-то здесь странные текстуры. Какая-то корова разляпана, может, это какие-то кетчуп? Так, ладно, проходи скорее. Риколит, это ты?